Готовим картофельный пирог с грибами. Идеально подойдет на обед, на ужин и на праздничный стол. Картофель отвариваем в подсоленной воде, сливаем в воду и разминаем в пюре. Добавляем яйцо, тертый сыр, муку и замешиваем тесто. Тесто не должно быть очень плотным. Теперь займемся начинкой. Обжариваем лук и грибы-шампиньоны на небольшом количестве растительного масла. В конце добавляем соль и перец по вкусу. Для заливки смешиваем сметану с яйцами. Добавляем обжаренные грибы и перемешиваем. Форму для запекания смазываем растительным маслом, выкладываем картофельное тесто и формируем бортики. Выливаем нашу грибную начинку и отправляем выпекаться примерно на 40 минут. Пирог достаем из духовки, даем ему немножко остыть и нарезаем. Это очень вкусно, сытно, обязательно приготовьте. Приятного аппетита!